В этом году по региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ивантеевки планируют отремонтировать 21 дом. Власти провозгласили комплексный подход, который заключается в том, что дворы большинства ремонтируемых домов попали в программу благоустройства на этот год. На 7 домах отремонтируют фасады, на 11 – крыши. В 5 домах обновят внутридомовые инженерные сети, в 2 – фундамент. В 4 домах заменят лифтовое оборудование. 18 лифтов на общую сумму – 45 миллионов рублей. Чтобы на конец года в Ивантеевке не осталось оборудования, которое отработало свой нормативный срок. На одном доме в рамках программы отремонтируют противопожарную систему. С 1 января постановлением правительства области минимальный взнос на капитальный ремонт составляет 8 рублей 65 копеек. Но никто не мешает собственникам на общем собрании принять решение об увеличении платежа, чтобы накопить сумму на те или иные работы по дому. Правда, таких в Ивантеевке пока нет. Всего на капремонт выделено 82 миллиона рублей, что на 30 миллионов больше, чем в прошлом году.